Где нас нет, автор тантон читает Кэтвилд, часть вторая. Это потусторонний мир, мир мертвых. Да их он уверен настолько же, насколько крепко сжимает в руках цветочный горшок. Шершавый керамический бог приятно греет пальцы. Мир мертвых, значит, есть смысл ждать. Я ухожу, говорит Чимин. И он кивает. Он слышал это уже семь раз, а на четвертый Чимин даже скрылся из виду, провалившись в темень, но все равно вернулся. Им, по сути, просто некуда идти, и сколько бы Чемин ни обещал, ни грозился, он не уйдет, потому что ему страшно. Чимин всегда боялся одиночества, а здесь оно сильнее ощущается и тяжелее давит. Тихин дарит другу кривобокую ухмылку и взмахивает рукой. Иди. Чумин топчется на месте, сердит и хмурит брови и вздыхает, опускаясь рядом на ступень. Ты же понимаешь, что она не придет. Тихин не понимает. Если это мир мертвых, она обязана прийти. Она всегда любила Тихина, его друзей и свои цветы. И вот сейчас они сидят здесь втроем. А значит, она просто обязана появиться. Это же Тэхён, единственный внук. Это же Чимин, который всем нравится. Это же цветок в горшке, пока еще совсем маленький, но с большим потенциалом. Они все опоздали на похороны, зато пошли дальше. Туда, куда бы никто другой не отважился пойти. Даже родители, которые плакали. Ругали Тихион и ругались между собой — но не были готовы переступить черту. А Тихион слишком любил бабушку. Больше, чем они все предатели. Чемин осторожно касается его руки, смазывает пальцами по щеке, стирая сажу. Тихион, зовет он, бабушка не вернется. Просто некуда, понимаешь, дом сгорел. За их спинами обломки, да обожженный каркас. Тэхён осознает, по крайней мере догадывается, что Чимин прав. Но это же бабушка. Ладно, дом. Хорошо, его больше нет. Но Тэхён-то есть. Она не может просто его бросить. Вернется, заберет. А дом они построят новый. Тэхён знает, как это делается. Они с Чимином сильные и смогут. Построят и поставят цветок на окно повесят занавески, яркие, как она любит. Да города недалеко, и в разоренных гипермаркетах наверняка найдется пара рулонов никому не нужной ткани. А еще бабушка взрослая и умная. Она объяснит, как у них получилось прямо с поминок шагнуть сюда, между при этом не умерев. Они не умерли. Ты он проверял, Теминово сердце стучало под ладонью, успокаивающе ровно. Стоило протянуть руку. За него-то он уверен, но за себя не очень. Может быть, это он их сюда затянул. Тимина, который слишком друг, чтобы оставить его одного неизвестно где. И цветок, у которого просто не было выбора. Тимин поднимается снова, гладит его по волосам. Пойдем, может, в лицо хоть поищем. Вдруг она заблудилась. Свет же в окнах не горит, темно. На последних словах его голос дрожит. Так он понимает. Не в чем свету гореть, окон нет. И бабушка, правда, могла заблудиться. Бледный зеленый росток горшки качается в такты его кивкам. Только вот. Давай ты поищешь, а я тут подожду. Он обводит взглядом темный лес вокруг дома, пожимая плечами. Вдруг разменемся. Она придет, а нас нет. Чемин сверлит его недоверчивым взглядом. Одному ему в лес явно идти не хочется, но кивает. Тых он читает в его глазах надежду. Если бабушки не будет там, не там, им придется уйти. Хоть куда-нибудь. Чемин уходит. И он прижимает цветок к груди и тихо на грани слышимости скулит. Он тоже особо не верит в чудесное воссоединение семьи и вообще уже ни во что не верит. Но спустя несколько долгих секунд говорит совершенно бодрым голосом: "Не переживай, мы ее найдем". Цветок согласно взмахивает единственным робким листком. Хоть кто-то же должен, искренне считать, что все будет хорошо. Бабушка учила, что с растениями надо разговаривать, что они все понимают. А еще говорить с цветком. Отличный способ не сойти с ума. Найдем ее, повторяет Тихон увереннее. Или хоть кого-нибудь, то нам все объяснит. Чемин вернется и приведет их. Он же везучий и очень надежный. Чемин их не приводит. Приводит его. Рыжий и яркий, как солнце парень, вываливается из кустов прямо напротив обгоревшего крыльца. Запихивает руку обратно в густую зелень и вытаскивает оттуда Чимина, будто кролика из шляпы. Чимин растерянно озирается, цепляет его за руку и выглядит крайне дезориентированным. Я был уверен, что дом в другой стороне. Хмурится он. И заметив, Тыхьон радостно тыкает в грудь своего сопровождающего. Вот, нашел. Не бабушка, но тоже неплохо. Тихен согласно кивает. Зачарованно разглядывая незнакомца. Неплохо. Парень высокий, все еще нестерпимо рыжий, и ведет себя так непринужденно, будто вырос здесь, в этом аду. Такое поведение успокаивает, внушает доверие. Тихиону хочется расспросить его обо всем сразу. Но сначала важное. — Ты не видел здесь бабушку? — Неа. Виновато пожимает плечами парень и поясняет. — Здесь бабушек нету. Только молодняк. Тихион сникает. Бабушка давно уже не молодняк. А значит, ловить тут нечего. А, -а. — Начинает Тихион и также застывает с открытым ртом. Потому что говорить, в принципе, нечего. — Парень ждет какое-то время, а потом приходит на выручку. «Это у тебя цветок?» И тут же перескакивает на другую тему. «Меня Хасок зовут. Пойдемте в город». Хасок с виду подходит под определение, тот, кто все объяснит. «Если для этого надо пойти куда-то, то ладно, пойдем. В конце концов, бабушка может тоже быть в этом городе. А если нет, то Тихон все равно сделал все, что мог. Благо их новый знакомый не видел, как он остервенело ломился внутрь горящего дома, чтобы все проверить. Вряд ли он согласился бы дружить с измазанным в саже психопатом. И он поднимается, принимая протянутую руку. Юнги не преследует нам Джона, нет. Ему просто в ту же сторону. И не выискивает среди звуков леса его голос. Намджун просто громко говорит. Поэтому чуть ли не каждое сказанное ему из слов добирается до Юнги, слегка отцарапавшейся о ветке, но не утратив смысл. Нам Джун говорит о доме, о родителях, с которыми не особо ладил, о своей собаке, о музыке, о Юнги. Фразы короткие, ломкие, чувствуется каждая пауза каждое не случившееся слово, которое нам Джун предпочел умолчать. Он не скрывается, не подслушивает. Просто в лесу темно и жутковато. А нам Джун совсем рядом. Его голос успокаивает. Если что, если что. Все время, пока Юнгиблу ждал по пустому городу, пока пробирался сквозь заросли, пересекал тропы и снова скрывался в лесу, ему не встретилось ни одного живого человека. Один раз он видел что-то на четырех ногах, улепетывающе в чащу, но вряд ли это что-то могло бы поговорить с ним и выслушать. Впрочем, не то, чтобы Юнги нуждался в собеседниках. Ему нужен кто-то, кто объяснит, что за херня тут происходит, и выведет отсюда и его, и их. Или хотя бы убедит в том, что это страшный сон, например, и сам Юнги к происходящему не причастен. Не виновник, а случайная жертва. Да, это было бы прекрасно. Юнги, дорези в глазах, пялится в темноту. Но в этом сюжете, видимо, не предусмотрен никакой бог из машины. Зато предусмотрен нам Джон. Он продирается сквозь бурелом, как огромный неуклюжий медведь, зверь, и останавливается на границе света от костра Юнги, как будто просит разрешения подойти ближе. Раньше ему не нужно было по разрешению. Все вообще было проще и понятнее. А если что-то было непонятно, Намджун легко находил объяснение. Стоило только спросить. Его огромный, странно работающий мозг вмещает в себя такое количество информации, что задайся Юнги целью найти смысл жизни. Нужно было бы просто уточнить у Намджуна. Ну, такие вопросы не для него. Да и нам Джун иногда утомляет долгими разговорами. Помимо этого, Юнги в принципе любит разбираться со сложными вопросами сам. Есть что-то забавное и увлекательное в методичных поисках истины. Но если не нашел... Если не нашел, то к нам Джуну. Да, он поможет. Вот бы и сейчас это сработало. Юнги не маленький мальчик, не боится темноты и жизненных трудностей. В данный момент ему как никогда нужен тот самый мудрый Намджун, чтобы открыл рот и своим басом вдруг взял и все объяснил. Юнги бы поверил, правда. Нам открывает рот, но говорит совсем другие вещи. Ты не замерз? Неожиданная и неуместная забота пугает, показавшись в этом стрёмном темном лесу ослепительной вспышкой чем-то абсолютно неуместным, как персонаж из наивного мультфильма для дошкольников в кровавом триллере. «У меня костер, если ты не заметил». Юнги пожимает плечами и отводит глаза, все равно успевая оценить и легкую бледность, хотя, возможно, и тому густо ложащиеся тени, не заострившиеся скулы, и отросшие на макушке волосы. Интересно, Намджун захватил с собой бритву. Когда они встретились в туалете клуба в самый первый раз, он, склонившись над оттертой до блеска раковиной, выбривал себе виски. Это было странно. — Пойдем к нам, — предлагает нам Джон. Юнги вдруг кажется, что это теперь никогда не закончится. — Прекрати бегать, — требует нам -джун. Вместе спокойнее. — Кажется, что они так и будут идти сквозь лес куда-то к морю, если оно вообще там. Нам Джун будет уговаривать, и Юнги будет сопротивляться. И снова лес. Лес, уговора, поселки, маленькие города. Вместо привычного и знакомого Сеула давки в метро и утренние сигареты. Традиционные, самые терпкой и нужные. Ты ведь совсем не понимаешь, что здесь происходит, — хмурится нам Джун. Давай хотя бы вместе не понимать. Он так стоит на границе света и тени, напоминая юнги легенды о древних богах, о высоченных тотемах и жертвоприношениях, о крови, разлитой на алтаре, о грубо высеченных чертах лица, острым ножом по мягкой древесине. Нам джунда. Иногда то еще бревно. Упрямое и непрошибаемое. Потому что... Насчет того раза. Юнги снова вздрагивает. Наверное, так теперь тоже будет всегда. Тебе не кажется, что это сейчас не самая насущная проблема? Ее мы хотя бы можем попытаться разрулить. Нам Джон наконец-то делает шаг вперед. Садится рядом, на расстоянии. Но все равно рядом. Они посреди гребаного хер пойми чего. А нам Джуну срочно надо обсудить то, как стремительно и неумолимо поезд их многолетней дружбы ебнул с обрыва в пропасть после одного пьяного перепиха. Окей, классно. Он выглядит растерянным, расстроенным. И если начнет извиняться, Юнги с вероятностью в 90% толкнет его в костер. Не сгорит, так отвлечется. Я давно уже. Говорит нам Джон и обжигает Юнги быстрым взглядом из-под насупленных бровей. Ну. Если бы его лирика была такой же стройной и насыщенной смыслом, Юнги бы обязательно купил все альбомы. Просто чтобы жить. Впрочем, он и так купил все. Они же друзья. Ха-ха. Он смотрит наверх. Там, где свет костра заканчивается, и начинается ночная мгла проходит ровная светлая кромка, кажущаяся полупрозрачным куполом, очень хрупким, таким же, как кое-чья нервная система. — Как ты думаешь, где мы? — хрипло интересуется он, подбрасывая в костер пару толстых веток. Плавная смена темы никогда не была в числе его талантов. Намдун, понимающий, хмыкает, выбивает из пачки сигарету и прикуривает когда такие разговоры проходили легко. Знаешь, ты всегда будешь моим другом, хочешь того или нет. Ты оставил пацана одного, пробует Юнги еще раз. Если бы это был фильм, он бы посадил сценариста на кол. Все эти ванильные реплики, неловкие взгляды навевают просто-таки нестерпимую тоску. Юнги отбирает у нам Джона сигарету и жадно затягивается. Если подумать, сейчас он как никогда близок к тому состоянию, в котором пребывал на моментах первой встречи. К обиде на мироздание, к попыткам разрушить себя изнутри, перестроить, разобрать по частям и понять, как оно работает. То странное ощущение, когда за безразличным пустым взглядом прячется огромный клок злобы и отчаяния, загнанный в клетку из стальных прутьев самоконтроля. Настолько близко к пропасти истерики, что земля шуршит под ногами, осыпаясь. Его зовут Чонгук, он уснул, не заметит, что меня нет. Юнги так глубоко погружается в себя, что упускает смысл их кривого и бестолкового диалога. А еще момент, когда Намджун подсаживается ближе. Неловкий, не знающие, куда деть руки. Нам Джун. Наверняка напуганный гораздо больше, чем может себе позволить показать. Слушай, я все еще надеюсь, что сплю. Юнги сам не понимает, зачем приглушает голос. То кто-нибудь разбудит меня, и мы снова будем в клубе. И ты спросишь, какого хрена я сплю на собственной вечеринке, а я расскажу тебе про свой самый невероятно стрёмный сон. И мы поедем домой. Я к тебе, ты к себе. И вырубимся в разных постелях. Чтобы, ну знаешь, все было понятно и просто. Я, возможно, даже напишу об этом сне песню. И буду смотреть на тебя немного странно. Пытаясь сообразить, что именно чувствую. Потому что такие сны не снятся просто так. Понимаешь, о чем я? А я буду спрашивать. Эй, бро, что не так? Мыкает нам Джон. И когда Юнги почти готов улыбнуться в ответ, добавляет. Но потом все равно сорвусь однажды. Потому что просто быть рядом и ничего не делать нереально сложно. Они молчат долго, так долго, что костер успевает прогореть почти полностью, на исходе, едва мерцая углями. Ночь давит сверху, наваливаясь всем весом. Купол становится совсем прозрачным. Тает под натиском, сдает позиции. Без хруста веток на фоне. Тишина кажется просто неподъемно тяжелой. Такой, какая случается, когда творится что-то важное. «Ты же понимаешь», — вздыхает нам Джон. «Некоторые вещи просто происходят. И ты не можешь на них повлиять. Можешь смириться, можешь бороться» но их не изменить и не сдвинуть с того места, где они произошли. Он поднимается, зачем-то отряхивая колени, потом складывается весь, как телефон-раскладушка, чтобы поднять с земли веток и подкинуть в костер. А потом стоит перед юнги, уронив ладонь на его плечо. Мы с тобой настолько долбоебы, что просто и понятно, это вообще не про нас. И вот тут Юнги не может не согласиться. Костер, получив подношение, разгорается ярче, выхватывая из темноты сутулую на Намджунову спину. Он разворачивается и снова останавливается на самом краю. Как будто и не было этого странного разговора, но не прозвучавшего, но состоявшегося признания. Будто не усложнил все еще больше за несколько жалких минут. Приходи, когда созреешь, — бросает Намджун, прежде чем утонуть во мрак. Юнги чувствует себя на редкость дерьмова и вряд ли созреет вообще. Если подумать, Чимин просто всегда шел за ним. Тэхюн топал вперед с упрямством танка, а Чимин спешил следом, стараясь удержаться за руку или хотя бы просто не упустить из виду. С самого дня их встречи, начиная с детской площадки, уже на тот момент старый и развороченный. Он шел за ним по песку, по асфальту, пересекая город вдоль и поперек. Рос на ходу, учился и взрослел, не выпуская Тихионовой руки. Это было настолько просто и логично, что даже родители не имели права голоса. Им оставалось только передружиться между собой и наблюдать со стороны, как Тихион тащит Чимина вперед, в будущее и как Чимин тащится следом, едва успевая заниматься своими делами. Когда его девушка сказала, что Тэхён странный, Чимин предпочел поменять девушку, а не объяснять, что странный — это очень тупое и плоское слово для огромного Тэхёного очарования. Когда Чиминов парень сказал, что Тэхён нелепый, ему пришлось вмазать по лицу. Наверное, это больно, но Чимину было в разы больнее. Потому что Тэхён потрясающий, классный и... Ну, он просто Тэхён. И о том парне Чимин был гораздо лучшего мнения. Когда Тэхёнова девушка сказала, что Чимин симпатичный, Тэхён сказал «ага». Недолго тискал его за щеки. Но потом все равно с ней расстался. Просто так получалось всегда, что им вдвоем гораздо комфортнее вместе, чем с кем-то еще. В абсолютно гетеросексуальном смысле. При всей любви к экспериментам и друг другу, они даже не пробовали стать еще ближе. То ли дело в уникальной неповторимой дружбе, то ли в том, что они и так были вместе совсем, куда уж ближе. Наверное, поэтому Чимин и шел всегда за Тихионом. Наверное, поэтому он пошел за ним и сюда. В это странное, хрен пойми, что безвременное и неопределенное. Тихину даже просить смысла не было. Он просто уснул вечером после похорон бабушки, а проснулся уже здесь. Чемин проснулся здесь тоже, потому что никакая таинственная поеби не может их разделить. Чемину жалко оставшихся там родителей, жалко друзей и кота. Но Тихиона, оставшегося без любимой бабушки, жалко гораздо больше. Да и не смог бы он там, без Тихена, а здесь с Тихеном вполне себе ничего. Идти куда-то, постоянно куда-то идти, ведь Тихион банально не умеет сидеть на месте. Он сидел, да, обняв горшок с цветком измазанной сажей от сгоревшего дома. Но это был просто перерыв. Просто чтобы подумать и взять себя в руки, а теперь, теперь все в порядке. Чимин сжимает Тэхенову руку крепче. Тэхен оборачивается на ходу и улыбается. Все в порядке. Хасок, будто услышав их молчаливый диалог, улыбается тоже. Кто он и откуда, Чимин не знает. Но, наверное, готов узнать. Не довериться, раз это сделал Тэхен. По крайней мере, у Тэхена есть эта поразительная черта. Сходу чувствует стержень — и гнилые люди не попадались ему ни разу. В отличие от Тимина. Поэтому можно идти следом, как обычно, даже если сам Тихен на данный момент ведомый. «Вот», — говорит Хасок и останавливается. «Пока так. Завтра пойдем дальше». Чимин шарит взглядом по поляне, увенчанной костром, и осторожно взмахивает рукой, приветствуя новое действующее лицо. Сейчас он еще больше уверен в правильном выборе Тихиона. Потому что это новое лицо выглядит только что спасенным. Это где-то внутри, глубоко, испуганно выглядывает из зрачков окон от неминуемого. И спасти его мог только Хасок. Никого больше нет поблизости. Сакджин кивает парень в розовом пальто. И, боже, как он умудрился в лесу сохранить изначально розовый цвет. Чемину становится неловко и изгвазданную физиономию. Он тянется вперед и стирает с его щеки темное пятно. Саджин понимающе улыбается. Они, наверное, подружатся. Хион, улыбается Хасок, Я привел нам новых друзей. Он сияет так ярко, что Чемин в какой-то момент уверен. Круглую неуютную полену освещает именно он. Странно и не пойми, откуда, взявшийся хасок, а не костер, плюющий искрами. Он скачет по поляне, обустраивая спальные места. Обещает Тихюну не отбирать цветок, гладит Сакджина по плечам, просто мимоходом, безусловно успокаивающим жести. А когда садится и замолкает, Становится вдруг очень страшно и тихо, как если бы фоновая музыка, игравшая все время, замолчала и резко оборвалась. Чимин зябко зябкой ежится, двигается к Тэхьону ближе, подпирая его бедро своим. И так, в принципе, теплее, лучше. Когда тишина затягивается, а лица присутствующих изучены вдоль и поперек, Чимин все же решается. Ну, а вдруг? Хоть кто-то же должен знать. — Как вы думаете, где мы? Сакджин сморгивает. Дергает головой так, словно задавался этим вопросом только что у себя в голове. Не случайно произнес его вслух. У него явно нет ответов. Хасок выглядит примерно так же, только больше спокойствия в позе и жестах. До Чемина запоздало доходит, что он назвал Сак Джин и Хёном, а значит, тот явно старше их всех. Это сбивает с толку. Всю свою сознательную жизнь Тимин считал, что старшие, кладясь мудрости и знаний, что стоит только споткнуться, упасть и разбить коленку, как тут же вокруг окажется толпа взрослых, точно знающих, что нужно делать в сложившейся ситуации. А теперь вся его спокойная жизнь сидит здесь, у костра, с нелепо наклеенным поверх кровоточащей раны пластырем чужого присутствия. Но ни один взрослый не спешит выбираться из кустов и оказывать помощь. Даже взрослый Сакджин кажется беспомощным и потерянным. Им всем тут нужен кто-то, а кого-то нет. — Это мир мертвых, — уверенно заявляет Тэхён и хмурится. — Я же говорил тебе. Верить в собственную смерть Чимина отказывается напрочь. Что угодно. Инопланетяне потусторонние силы, война, но никак не смерть. Когда тебе двадцать с копейками, жизнь не может прерваться вот так просто и бездарно. Трагическая случайность, героический подвиг, да. Но не уснуть рядом с Тихионом, сжимая его руку навсегда. Хотя это было бы неплохо. Но потом, когда они проживут положенный срок и утомленные продолжительным существованием, Остановиться, наконец, все равно держась за руки друг друга. Тогда можно, но не сейчас. Я практически уверен, говорит Хасо, и все смотрят на него, как на пророка, на миссию. Что это не мир мертвых? По крайней мере, мертвых здесь нет. После он добавляет только смертельно уставшие и сам смеется над собственной шуткой. От его громкого, ничем не стесненного смеха в воздух с ближайших ветвей поднимается пара встревоженных птиц. Тимин чувствует себя странно. В этой жуткой ситуации в этом месте ему не хватает одного эмоций. И либо он правда очень устал, либо все эмоции выветрились при переходе на новый уровень. Пусть будет уровень, как в игре. Воспринимать все игрой гораздо проще. Саджин поднимает руки над костром. Пламя тянется к нему в надежде лизнуть странные искривленные пальцы. Он похож на шамана, неестественно красивого колдуна, затеявшего сложную комбинацию из проклятий и молитв. Красоту Чимин замечает только сейчас и поспешно смаркивает, отворачивается, опасаясь выдать себя и показаться невежливым. «Мне кажется, — говорит Сакджин и замолкает, — подбирая слова. Сейчас он выглядит взрослым и мудрым. Возможно, дело в освещении. Возможно, в том, что его слова — последняя надежда. Мне кажется, начинается Акджин заново. Это чья-то выдумка. Он обводит всю компанию взглядом и хмурится, всматриваясь в их лица. Поняли ли? Чемин наклоняется к нему ближе, ожидая пояснений. Тень жуткой догадки давит на плечи, заставляя тянуться вперед. Кто-то просто придумал этот мир, чтобы сбежать из того. И я, в принципе. Саджин вздыхает, мотает головой, будто споря с самим собой. Я его понимаю. Хасок мыкает, выталкивает чемины из транса и разводит руками. Похоже на правду. Слишком тут все странно и назирается по сторонам, примеривая новую версию на окружающую действительность и осознав севшим голосом, уточняет. Если кто-то этот мир придумал, если это все в его голове, значит, значит, он нас видит, следит за каждым шагом, ведет куда-то. Все взгляды неосознанно поднимаются вверх, туда, где седой дым костра смешивается с ночной мглой. Тишина вокруг липкая и полупрозрачная. Сквозь нее просвечивают мысли каждого, похожие одна на другую. По лопаткам дерет холодом. Тимин ежится, двигается ближе к Тихену, а тот в поисках поддержки крепко сжимает Сакджинову руку. Общий на всех испуг липнет, как одежде, путается в волосах. — А потом он нас всех убьет! — хрипло констатирует Хасок. Маньяк ненормальный. Чемин в принципе, готов заорать и сбежать с поляны в неизвестность, утащив за собой Тихиона, но первым орет Хасок. Орет громко и резко так, что его вопль будто обоюдоострый клинок вонзается прямо в Чиминову грудь и едва не сбрасывает с поваленного дерева, на котором они сидят. С лица Сакджина сходят все краски а лист тихеного цветка подрагивает в такт его трясущимся рукам. Хасок закрывает рот, осматривает их на предмет повреждений, несовместимых с жизнью, а потом смеется так же громко, как и кричал. — Да ладно вам, ребят! Вы что, в лагере? Что за страшилки у костра? Стирает с глаз набежавшие слезы, улыбается так открыто и тепло, что даже злиться на него за нелепую выходку нормально не получается. «Это место просто есть», — говорит Хасок. «Придется смириться и жить дальше». «Вы здесь, не одни даже. Это же здорово. Мы придем к морю, в город, посмотрим, не врут ли легенды, а дальше уже как пойдет». Он поднимается... Обходит вокруг костра и нависает над Чимином, сжимая его плечи. Не бойся, пожалуйста, все будет хорошо. Вот только Чимин не очень в этом уверен. Если кто-то следит за каждым их шагом и словом, то ему явно откровенно скучно наблюдать за юнги. Сон не идет, и он просто сидит, сгорбившись, уставившись в костер. Время от времени подкидывает туда новых вет. Снаружи юнги скучный и неподвижный, а в его голову невидимый наблюдатель заглянуть не в силах. А жаль. Может, помог бы разобраться. Просто быть рядом и ничего не делать нереально сложно. Когда нам Джун стал таким? Почему о том, что он уже давно Юнги узнал только здесь, среди нелепых постапокалиптических декораций? А если бы узнал раньше? До всего этого. Что было бы? Юнг глухо рычит, обхватывая голову руками. Кажется, стоило открыть рот, и вопросы посыплются оттуда лавиной, затушив костер, испачкав штанины и рукава, без того не особо чистой одежды. Почему? Зачем? Что дальше? Что дальше? Что дальше? Глупый бестолковый Намджун умудрился и конец света испоганить своими идиотскими признаниями. Умудрился даже в этих условиях поломать Юнги мозг и оставить так. Сиди, Юнги, думай, занимайся самокопанием. Тебя неплохо получается. Если бы он был девочкой, он бы уже стучался в Намджуновую грудь кулаками, требуя взять на себя ответственность. Если бы он был. Жалко, что ты не девчонка. Черт бы тебя побрал, ублюдок, стонет юнги, стискивая пальцами волосы. Отчаяние накатывает волнами, глухое и душное. Если раньше в таком состоянии ему достаточно было набрать Намджуна и вытащить его куда-нибудь, то теперь телефон не просто бесполезный кусок пластмассы, а Намджун вон, совсем рядом. Еще бы их нынешние отношения предполагали прежнее общение. А то странно будет звучать. Эй, бро, я чего-то потерялся. Поясни. Я тебе нравлюсь, и ты хочешь от меня чего-то? Юнги вертит в руках мобильник, включает, выключает. На заставке их с Намджуном довольные рожи. Отмечали победу в очередном батле, накидались до безусловного и бесконечного счастья. Когда-то оно было такое. Олесенка сети снова и снова притягивает взгляд. Полное. Звони кому хочешь. Юнги ставит список контактов, последние набранные номера и нажимает вызов. Почти неосознанно. Телефон мамы выключен. Абонент брат не абонент. Так, имя за именем. Пустые аватарки контактов, непринятые звонки пока трубку, наконец, не берут. «Я ни хрена не понимаю», — хрипло сообщает Юнги, когда на том конце щелкает, шипит и различается чужое дыхание. «Этот стрёмный сон меня уже заебал. Разбуди меня, блядь, я же наверняка все там же, на диване в клубе». Тишина растягивается, растет вширь огромным мыльным пузырем и лопается с треском, когда нам Джун выдыхает хриплое. «Иди ко мне». Юнги отодвигает трубку от уха, пялится на фотографию Намджуна, единственный контакт в телефонной книжке, одаренной изображением, и чувствует, как нервы рвутся один за другим. Какая-то часть Юнги требует подчиниться и идти, потому что помнит, рядом с Намджуном безопасно, но тяжелые конечности абсолютно против. Юнги сбрасывает звонок, выключает телефон, оправдываясь экономией зарядки. Отталкивается ногами и валится с бревна на спину в сухую хрустящую листву. Черт знает что. В чаще звонка с надрывом кричит что-то, совсем не похожее на птицу. Если это что-то большое и зубастое, Юнги совсем не против с ним встретиться.